Жили мы с моей женою у самого Черного моря. Жили мы в скромной избушке в Лукоморье ровно 2 недели. Я ловил кайф от подводной охоты, а жена загорала, купалась. Неспокойным нас встретило море, волновалось оно на просторе. Воды мутные к берегу гнались, а борта кораблей разбивались. А потом вроде угомонилось, подстрелить кое-что получилось. В предыдущих частях смотрите и за новыми дальше следите. Прозрак по-прежнему и четкий. 3 метра видно, а потом все размывается в пространстве, все растворяется кругом. Вот окунек забыл про борзость, стремглав в расщелину летит, а еж, решив, что не заметил, на камешке себе лежит. Поверхности заметил контур. Стреляю сверху и попал. Вылепу непостижимо, я сверху в пузо угадал. Он на буйке глядится славно. Еще ныряю в глубину. И вот из-за скалы подводной я вижу всю его семью. Смотреть на это можно вечно. С каким достоинством они плывут над скалами беспечно, красавцы моря горбыли. Так радусь и этак прячусь, пытаюсь ближе подойти. Все, малыши, больших не видно. Придется в гротах посветить. Внутри дыры трофей мелькает. Снаружи мелкие сторожи. Стараюсь метиться в большого. Малой напротив мельтешит. Промазал, как я не старался прицельно стрельнуть вдоль щели. Вот так ни с чем меня оставил. Все разбежались корабли. Обшарив гроты все в округе, решаю поиски свернуть. Надеюсь, что в другое время вернусь сюда когда-нибудь.